The game is on. Это презентация нового женского аромата Yves Saint Laurent, который поступит в продажу, скорее всего, в январе. Есть в нем некая провокация, и в нем вот эта недосказанность, которая цепляет. У каждого аромата есть душа. У этого аромата есть душа. Это аромат манифеста, аромат для смелой женщины, которая прославляет женскую смелость и храбрость. Для женщины Yves Saint Laurent. Манифест – это, в принципе, религия дома, потому что все время во всех моделях Yves Saint Laurent существует протест и определенная борьба с сложившимися канонами. Поэтому это очень логичное название для нового аромата. Это очередной протест. Любая женщина в какой-то определенный момент своей жизни начинает получать истинное удовольствие от сладких и цветочных, насыщенных ароматов, потому что они созвучны женской натуре. Аромат меня очень впечатлил. Он очень мягкий, но в то же время достаточно сильный запах. Сочетание цветов и таких вкусных гурманских нот, ванили. Я считаю, что этот аромат трудно не заметить. Этот аромат было бы просто очень назвать цветочным. Он не цветочный, он, в принципе, древесно-восточно-цветочный. Здесь три основные ноты. Это жасмин, это ноты зелени, зеленый папоротник и бобы тонка. Сейчас идет тенденция на возрождение женственности вот в ее первичном понимании. То есть это такая чувственность, это действительно смелость, когда девушка не боится быть собой, и именно в этом она женственна. Джессика Честейн, она вот как раз такая. Она может быть внешне очень милая и очаровательная, но внутри у нее бурлят эмоции, и она готова их раскрыть и подчеркнуть. Но она непредсказуема, и мне кажется, в хорошем смысле слова дерзкая и готова на авантюру и провокацию. Форма флакона напоминает женскую фигуру, которая опоясана поясом из аметистового цвета, фиолетового. Красивый цвет аметиста мне понравился, который на флаконе. Вот он очень подчеркнуто такой вот яркий, как драгоценность. Дизайн флакона напоминает чем-то такое ювелирное украшение, потому что вот эта серединка, она как-то очень гармонична и очень дополняет. But instead I'm still against them, and I would love to see them.
them go. I would love to see them go. You and I, and the feeling I had is coming back again. You wrapped your arms around my soul. I could never live without you. And now we're waiting for the sun to come, to melt this cold black snow. All our dreams, but on the shelves, but I'm sure, we let them know who we are.